Во Владивостоке в доме чиновника Суханова открылась выставка «Все сложилось здесь», посвященная жизни Валерия Янковского. Событие приурочено к дате. В этом году со дня рождения писателя, краеведа и члена Русского географического общества исполнилось 110 лет. На этой выставке посетители смогут познакомиться с жизнью, судьбой Валерия Юрьевича Янковского с его рождения до самой смерти. Выставка как раз посвящена человеку, который нам рассказывает о том, во-первых, о своем нелегком пути жизненном, а во-вторых, так как он являлся писателем, он активно писал про охоту, про то, как он запомнил Дальний Восток для себя, так как Валерий Юрьевич начал писать только в возрасте 70 лет. Все это были его воспоминания, его мысли о прожитой жизни, которую он отобразил в книгах. Книги также будут представлены на нашей выставке. Выставка состоит из 5 разделов. Каждый связан с местом, где когда-то жил Валерий Янковский. Проект раскрывает его человеческие качества, любовь к родной земле. Через произведения, воспоминания современников, личные предметы из фондов Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и частных коллекций. Познакомиться с жизнью знакового для Дальнего Востока человека можно будет до 17 октября. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на 8.